Чараўніцтва на рашство. Доброчинный концерт собрал сотни детей и дорослых у Гомельским городским центре культуры. На сцене выступили больше, как 450 навученцев педагогичного колледжа имя Выгодского. Навучальная установа организовала мероприемство при поддержке гарвыканкама и Галоўнага управления адукацыі аблвыканкама. Программа складалася с двух блоков. Спачатку гледачы убачили театральную постановку по пьесе Бернарда Шоу «Пігмаліён». Яго представили актеры народного аматорского театрального коллектива «Летутенники». Другая частка – это концерт творчих коллективов колледжа. Его примерковали до года малой родимы и назвали традиции поспяхового развития. Дарэчы, развитию творчих здольностей у навученцев у колледжи – особливая увага. Мы сегодня пригласили в городской центр культуры людей для того, чтобы показать, что в учебном заведении создаются условия для развития творческих способностей учащихся. Мы не артисты, мы только учимся и осваиваем профессию педагога. Но сегодня, в преддверии таких важных и значимых праздников для каждого из нас, мы хотим поделиться теплом, добротой, своим творчеством с гомельчанами.